Всем добрый вечер. В преддверии рождественских праздников хочу показать вам, как украшают у нас дома. Красиво очень, ярко, красочно, разноцветно. Создают атмосферу праздника, уюта, праздник света, тепла и мира. Вот такой дружелюбный снеговичок нас встречает и красиво украшенный домик. Вы видите, веночек висит рождественский с красными бантиками. Вообще принято одеваться в преддверии рождественских праздников в такую красно-зеленую гамму цветовую. Как правило, в другие дни красный цвет себе люди не позволяют носить. А в преддверии такого праздника, конечно, все стараются одеться в красно-зеленое.